Всем привет! Наконец-таки мы вырвались на пляж. Я, правда, не очень люблю это дело, я имею в виду загорать, потому что мне скучно лежать, мне нужно чем-то заниматься, всегда что-то делать. А вот этот вот отдых тюленя, эта история не для меня. Дождя, дождь был, вот с утра прям сильный такой, а сейчас нет, сейчас солнышко. Покажи Иру, я не могу показать Иру, потому что я не на площадке. В Сейшелу летаю 21 числа. Так надо как-то вот так встать, чтобы я видела вопросы. Это темно. Как ваши отношения? У меня нет сейчас отношений. А здесь живу с Ингой. Инга мой гример. Кто там сзади ходит? Ребят, ну люди ходят. Сзади, вот видите, лежат, загорают. Нет бойфренда у меня. В Москве после острова, но я еще не в Москве. Как в Москву прилечу, скажу. Но просто я такой теплолюбивый человек. Я люблю тепло. Не жару изнурительную, а именно тепло. Когда дожди, когда слякоть, холодно. У меня прям гнетает такая погода, у меня нет настроения. Поэтому на Сейшелах для меня, вот, не знаю, идеально. Сегодня не очень жарко. Вчера было жарко, позавчера. Ну, сейчас самая жара будет здесь, это в декабре. Вот, да, будут такие адские деньки. Не скажу, какая температура, потому что не знаю. Но я думаю, градусов 28, наверное. Да, правда, красиво. Если вам нравится, вам еще покажу. Сейчас в бассейн только зайду. Блин, мне кажется, запотело все. Сыну Кирюше привет. Юлька, ты молодец, хорошо справляешься в роли ведущей. Спасибо. Привет с Минска. Я помню, как ты была в «Хочу Виагру». У тебя шикарный голос. Спасибо. Вместо тебя кто будет вести сейшельские лобные? Ксюша прилетела на несколько дней. Потом я. И потом приедет еще один ведущий, но пока не буду говорить, кто. Юленька, ты просто огонь. Спасибо. Блин, тут не вижу вообще вопросов ваших. Первые выходные за полтора месяца. Хоть онлайн посмотреть, это все через компьютер. Юлёк, красотка, спасибо. Какой голос приятный у Юли. Приятно слышать. Так, что я не то нажала. Давай. Возвращайся назад. Ты просто умничка, так держать. Где Сережа? Сережа в Москве. Да, сохраню эфир, если не забуду. Нет звука? Вы меня не слышите, ребят? Я не знаю, почему нет звука. Я вот фактически на одной точке, никуда не двигаюсь. Вот села сейчас. Вы меня слышите? Напишите, потому что я не понимаю, сама с собой общаюсь, может быть. Не видно? Ну как не видно? Сереж, периодически общаемся. Не задавайте мне вопросы про других людей, не потому что я не хочу отвечать в связи с тем, что вы в моем прямом эфире, а спрашиваете меня про других людей. Просто я не буду рассказывать информацию, которая меня не касается, так как считаю это неправильным.
Таня Мосульбес была в отпуске, уже вернулась на поляну. Дай номер. Номер не даю. Да, Сейшелы. Слышим мы тебя и видим. Ну, отлично. Градусов, я думаю, около 30, наверное, градусов 28. Привет, привет. Нет, в Томске я не была. Где это? Это Сейшелы. Это очень красивое. Спасибо. Правда, что ее... Передай привет Вике Васильеве с Нижнего Новгорода. Привет, протестую, ребят. Но она, видно, вся уже... У меня руки были в масле. Наверное, я ее запачкала. Так, опять просит прокомментировать что-то про Олю, куда она пропала. Я не буду ничего и никого комментировать. Сейчас я не знаю. Думаю, может быть, в районе 4. На час больше, чем в Москве. Сколько стоит отдохнуть там? Нам все оплачивают, поэтому не подскажу. Ну, единственное, я как-то смотрела билеты на Сейшелы туда и обратно. Ну, Москва-Сейшелы. Сейшелы-Москва. В районе 50. 40-50 тысяч. Я люблю тебя, ты очень хорошая ведущая. Считает деньги, но осталось совсем чуть-чуть. Ты шикарная, красивая девушка. Благодарю, ты долго будешь на острове. 21 числа вылетаю в Москву. Сколько стоит билет на Сейшелы, я уже ответила. Не знаю, почему уходит звук. Правда, Кахно. Все ведущие красивые, я считаю. Что с телефоном? А что с телефоном? Если пропадает звук и если пропадает картинка, то это значит что-то с интернетом. Губы красивые, спасибо. Вы классная ведущая. Тебе не идут очки, но ты классная. Сними очки. Не хочу снимать очки, потому что светит сильно солнце.
Вот только кто-то пишет, губы красивые, следующий человек, губы испортила. Ну, сколько людей, столько и мнений, главное, чтобы мне нравилось, а мне очень нравится. Кто-то до выхода эфиров. Но какой смысл смотреть и знать, что вас ждет? Я не знаю, мне кажется, это как пойти в кино и понимать, чем все закончится. Ну а зачем тогда вообще идти и смотреть фильм? Так же и тут. Вам там не скучно? Нет. Совершенно. Своего косметолога, это Диана, я на нее давала ссылку, она мне губы колола, и как бы доверяю я только ей. Вот прилечу в Москву, опять хочу к ней попасть, потому что на Сейшелах кожа сохнет очень сильно из-за того, что постоянная жара, и ее нужно питать и увлажнять. Очки, правда, не очень. Ребят, ну я ж не спрашиваю вашего мнения, как вы считаете? Если я сижу в этих очках, ну, значит, по логике вещей они мне нравятся, и я считаю, что они мне идут. Почему именно тебя взяли ведущей? Это к руководству, я думаю. У нас так холодно, хочу туда, где ты. Я тоже скоро буду находиться в холоде. Мне кажется, тебе все идет, что не одень. Спасибо. Кадони классный, Кадони мой любимый.